В центре Нью-Йорка десятки людей собрались на антинатовский митинг. Призывали Альянс покинуть Восточную Европу. В толпе были видны плакаты «Хватит поддерживать фашизм на Украине» и «Нет новой холодной войне». Главное требование манифестантов обращено к Вашингтону – изменить политику в отношении Москвы и Пекина. Акцию организовали активисты антивоенных и правозащитных организаций. Напомню, накануне в Варшаве завершился саммит блока. По его результатам было принято решение увеличить военный контингент у российских границ.